Всем привет! Tesla 3. Машинка имеет повреждения задней части. Все поврежденные детали будут заменены. Часть деталей из алюминия, часть из стали. Итак, машина у меня в мастерской. Для ремонта у меня есть донорский кусок, крышка багажника и бампер. Ну что, начинаю ремонт. А спонсор этого видео — Srotas 24. Здесь можно купить детали на многие машины. Вводим название машины и выбираем детали. Также здесь много деталей и на другие модели. Выбор большой, 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Первый шаг — разбираю. Затем устанавливаю машину на стапель. Итак, машина разобрана и стоит на стапеле. Теперь второй шаг. Вытягиваю все поврежденные детали. Начну с правой стороны. Часть лонжерона сделана из алюминия, поэтому он сломался. Теперь вытягиваю левую сторону. Но для этого я удаляю заднюю панель.
Работы по вытягиванию левой стороны закончены. Шаг третий. Теперь мне нужно удалить все поврежденные детали. Но сначала я разбину донорский кусок, потому что мне надо знать, как менять и где места соединений. Итак, теперь у меня есть детали для замены. Замену буду делать с двух кусков. Теперь удаляю поврежденные детали на кузове. Для этого я вырежу окна для доступа к креплениям внутренних элементов.
Одно крепление подрамника согнуто. Ставлю его на место. Установил заднюю часть на машину и выравниваю места соединений. Зазоры чудненькие. Подготовил донорскую часть и заднюю часть машины к установке. Сначала устанавливаю лонжероны, а затем заднюю часть. Теперь клею, клепаю и свариваю. Это шаг 4.
Итак, задняя часть приклеена, приклепана и приварена. Немного герметика и покраски. Последний шаг – сборка. Моя работа закончена. На эту работу ушло 84 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!